Добрый день всем! Сегодня хочу я вам показать, как смешивать сухую глину с опилками для утепления чердачного потолка. Вот у нас сухие опилки, сухая глина. Я их заранее наложил на ведерочки. Пропорция будет 1:1. Так, нам понадобится бетономешалка. Мы устанавливаем ее вот в таком порядке, горлышко вверх. Так. Теперь начали. Берем глину, закидываем вот опилку. Так, вторая глина пошла. Опилку. Так, устанавливаем бетономешалку в таком положении. Так, включаем бетономешалку. Смешивание закончился. Вот у нас получилась вот такая масса. Вот пропорция идет 1:1. Вот поближе я покажу. Если кому понравилось, ставьте лайки. Желаю вам отличного дня. Пока.